Всем привет! Сегодня готовлю салат фунчозу. Запарила фунчозу на 5 минут. Как надо, потом промыла холодной водой. Покладу в мисочку. Морковку на терке по-корейски натру. Перчик соломкой. И огурчик у меня чуть-чуть тоже соломкой. И приправа для фунчозы. И у меня фунчоза будет очень вкусная. Огурчик нарезала соломкой, перчик тоже соломкой, морковочку натерла на терочке по-корейски. Фунчозу здесь я промыла уже холодной водой. Сейчас я ее чуть-чуть разрежу, потому что она очень длинная. Добавляю все вместе, перемешиваю, и приправка вот такая у меня. Очень вкусненько, прям очень вкусненько будет салатик. Я такой раньше не любила, сейчас очень люблю. Все, фунчозу я порезала чуть-чуть. Все это вместе перемешиваем. Ой, прям пахнет эта приправка. Вообще просто обалдеть. Все тщательно, сейчас тщательно перемешаю. И мы будем кушать. Вкусненький салатик. Все, ребят, все хорошо, тщательно перемешала. Обалдеть, он такой вкусный и очень даже красивый. Как вам, ребят? Рекомендую попробовать. Я раньше не любила, а сейчас очень-очень мне нравится. Всем приятного аппетита, я пошла кушать.